Новые экологические решения для нефтянки. В рамках выставки «Сургутнефть и газ» состоялся форум по инновационным решениям в сфере защиты природы от производственных факторов. За круглым столом собрались специалисты научно-исследовательских институтов, чиновники, представители крупнейших топливно-энергетических комплексов. Тюменские ученые разработали мобильные установки по очистке загрязненного грунта. Стоит отметить, что этот аппарат производит несколько ступеней фильтрации, в том числе химической. На выходе получается вторсырье, к примеру, материалы для битумной смеси, основа для дорожного покрытия. По словам разработчиков, возможно также эффективная утилизация ТБО. Мы даем в руки нефтяников, буровиков инструмент для решения экологических проблем. Каких? Сразу три экологические проблемы. Очистка воды, очистка, переработка в готовый продукт буровых отходов. Это общее, а буровых шламов в частности. Да? Вот. И в качестве буровых отходов ведь еще и выступают полимерные отходы. И это не только производственные отходы, это и твердые бытовые отходы. То есть в наш большой комплекс входят как бы три комплекса. Разработчики уже обратили на себя внимание как российских, так и зарубежных инвесторов. Сейчас первые установки уже находятся на завершающей стадии. Стоит отметить, что на себя ученые берут и последующее обслуживание технологии, ее ремонт и адаптацию под конкретного заказчика. Команда ученых и разработчиков долгое время разрабатывала, вынашивала данные идеи. Сейчас мы на таком этапе, что уже готовы их производить и привлекаем инвестиции таким способом. В течение 3-6 месяцев после стадии инвестирования мы их произведем и поставим на опытно-промышленные испытания нефтедобывающим компаниям.